Земельные выборы в Гессене стали судьбоносными для канцлера Германии Ангелы Меркель и традиционных политических сил. Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» получила 12% голосов избирателей, что позволяет ей попасть в последний, 16-й по счету, региональный парламент страны. Политические аналитики отмечают, что «Альтернативу для Германии» поддержали разочарованные сторонники Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии. Основанная в 2013 году партия правопопулистов на выборах в Гессене утроила свой результат по сравнению с предыдущим голосованием. Уже через год после создания партия, придерживающаяся подчеркнуто консервативных взглядов, прошла в саксонский парламент, получив почти 10% голосов. А в прошлом году «Альтернатива для Германии» стала третьей партией, вошедшей в парламент после блока христианских партий ХДС, ХСС и социал-демократов. По данным социологов, больше всего сторонников у правых националистов на востоке и юго-западе Германии. Успеху объединения, выступающего за жесткий контроль на границах, не помешала внутрипартийная борьба и смена лидеров. Эксперты говорят об усталости немецких избирателей, которым надоели не только проблемы с решением миграционного вопроса, но и борьба за власть традиционных политических сил. Критика не останавливает правых популистов. Их следующая цель – Европарламента. На предстоящих выборах на востоке страны, в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии, «Альтернатива для Германии» рассчитывает заручиться поддержкой 20% избирателей.